Итак, Галечка, к нам обратились с просьбой об общении с душой Сергея. Ты видел его фотографию. Находишь удобное место общения с ним. Лучше на общее место. На общее место. Потому что он на третьем уровне. Он на третьем, ты поднимаешь на общее место. Это пятый уровень. Да? На пятый. На каком уровне вы будете общаться с ним? На пятом уровне? Ну, место специально у нас есть выведено для этого. Хорошо, определенное место общее. И вы встречаетесь на этом месте. Угу. Очень хорошо. Сергей, здравствуйте. Привет, друзья. Ваша семья, да, обратилась к нам с просьбой пообщаться с вами. Они хотят поговорить через нас с вами. Итак, они спрашивают, как переход прошел? Быстро. Чувствовала какую-то острую боль в области сердца. Колкая боль. Угу. И все. Кто пришел за вами спустя 3 дня? Я не могу сказать, что за мной пришли спустя 3 дня. Да я поднимался наверх. Кого вы встретили? Весь род земной и неземной. Угу. На букву З вот кто-то рядом с ним. Хорошо. Как прошел совет? Вы ушли по программе? Ну, плюс-минус, да, по программе. Как совет пошел. Скажу так, что сам себя я больше пожурил пальчиком. Потому что много было неправильно сделано. То, что мог сделать для лучшего будущего вашего. И совместного, и вашего в дальнейшем. Сколько вы выполнили программу в процентах? 63. Угу. А черной энергии сколько набрали? 28. Угу. Спрашивают, что вы взяли в кредит 1 миллион рублей, и только после вашего ухода семья узнала об этом. Они спрашивают, куда ушли эти деньги? Часть денег осталась, где-то есть в машине, он показывает. Угу. Где-то вот место связано с машиной. Угу. Часть денег раздал, кому-то отдал. Но деньги предназначались в общем для семьи. Вот они говорят, что узнали после смерти, и все в шоке. Не могут понять, зачем вы это сделали. Хотелось мне сделать доброе дело. А получилось, как всегда. Угу. Как древо семейное поживает?
корни хорошие, но само древо слабовато. Что делать, чтобы его подпитывать, улучшить? Укреплять семью, семейные ценности. Укреплять род свой, память о роде. Благодарить этот род за то, что они, в свою очередь, подарили нам земную жизнь. С какого года начался род Балдановых? Нет такого род Балданова. Угу. Это ваше земное. С момента жизни на земле начинается род. Угу. С момента заселения земли. Прибудет ли обратно на землю? Я? Да, вы придете обратно на землю? Хотелось бы. Хотелось бы завершить то, что осталось незавершенным. То есть есть дела незавершенные еще? Да. Мама часто вспоминает, кулаком машет и говорит, даже во сне не приходит. Это да, это я вижу. А что приходить? Пока не готов. Пока не знаю, что сказать. К дочери вы приходили? Дочь все продала, в Москву переехала, купила квартиру, и вы приснились ей несколько раз. Звали с собой. Что это значит? Что вы хотели сказать? Ну, это не я приходила. Это были не вы? Mm. А, то есть это кто-то запугивал ее? С собой я не зову. Uh-huh. То, чтобы она не уезжала, я хотел, чтобы она не уезжала. Чтобы семья, вся род был вместе. Uh-huh. Чтобы маму было кому поддержать. Ну, а раз теперь она уехала, что вы ей скажете? Чтобы не терялась. Чтобы не теряла главные ценности, это семья. Это родители, это близкие. Надо все время помнить о них, стараться по максимуму навещать. Ну, это ее выбор. Угу. Я за нее рад. Хорошо. Что сами хотите сказать семье от себя? Не держите зла или обиды на меня. Вы у меня самые светлые, самые чистые. Сын большой привет передает. Говорит, что вы много для него сделали, он вас очень любит. Он расстроенный, говорит, мне стыдно сказать. Но я еще мало сделала для тебя. Сейчас я понимаю, что мог бы сделать намного больше. И мог это сделать. Поэтому свою семью береги. А что вы могли бы сделать больше? Можете примерно сказать для нам, для понимания? Быть ближе.
быть роднее, поддерживать, учить, научить в том плане, что плавно все передавать свои знания ему, свое понимание ему. Ну да, я знаю, в некоторых моментах он умнее меня, шустрее. Хотелось бы дать ему больше теплоты, доброты, та, которая во мне. Передать ему, чтобы он почувствовал. Ну вот, Владимир говорит, он самый лучший батя на свете для меня. Он очень много для меня сделал. Угу. Ну, он говорит, сын, прости. Если что-то не так. И всех прощай, не держи обиды ни на кого. Зла ни на кого. Ты главный, ты пример. Ты должен вести семью за собой. Они должны чувствовать твою поддержку, твою уверенность в себе и защиту под твоим крылом. Хорошо, Сергей. Благодарим вас за общение, за контакт. Матери передай, что всегда любила. Спасибо ей за жизнь, прожитую вместе. Хорошо. Хорошо, Сергей. Благодарим вас. Галечка, отключаемся от Сергея. Он уходит на свой уровень. Вам, Сергей, угу, скорейшего роста, поднятия энергии, вибраций, набора энергии, угу, вибраций. И отсоединяемся к нему. Один, два, три. Говорим, светлый путь. Угу.